Переломный момент. Жертва изнасилования в поезде Тальго призвала ужесточить наказание за преступление против личности. Состав обновился. В рядах сенаторов пополнение, на смену шестерым депутатам пришли новые лица. И так сойдет. 50% казахстанского молока не соответствует международным стандартам. Расчеты сделаны. Почти 500 000 казахстанцев спишут потребительские кредиты. Защита от браконьеров. Охотзоопром объявил тендер на закуп 400 бронежилетов для инспекторов. На телеканале «Атамикен Бизнес» главные новости, в студии Мария Лукпанова. Здравствуйте. Один из самых резонансных случаев изнасилования за всю историю Казахстана. Пострадавшая в Тальго женщина впервые выступила перед общественностью с требованием ужесточить наказание для насильников. Поправки в законодательство предложил внести и депутат Нуржан Альтаев. Среди них пожизненное лишение свободы. А жертвам преступников в стране планируют оказывать бесплатную медицинскую и юридическую помощь. Подробнее расскажет Мюльдер Абдуалиева. Пострадавшая от насилия в Тальго впервые выступает перед общественностью и телевизионными камерами. В первую очередь женщина поблагодарила соотечественников, оказавших поддержку. Ответила и обвинявшим в провокации. Спиртные напитки с экс-проводниками она не распивала. Звать на помощь не смогла, поскольку в тот момент потеряла дар речи и боялась за собственную жизнь. Позднее жертве и вовсе пришлось столкнуться как с агрессией родных насильников, так и с откровенной халатностью следователей. Следователи сами подводят к тому, чтобы жертва взяла деньги и за неимением доказательств закрыть дело. Были слова следствия. Это было все время. Почему я не кричала? Почему я после первого насилия не пошла и не стала? Я была в таком шоке. Представитель правоохранительных органов сообщает, сейчас в отношении следователей линейного отдела полиции двух городов Актобе и Кустаная ведется служебное расследование. И если их вина будет доказана, они понесут заслуженное наказание. По этим фактам, по волоките расследования уголовного дела в отношении двух проводников, которые сейчас уже осуждены, проводится служебное расследование. Данные факты все будут проверены. В случае подтверждения указанные лица должностные понесут очень строгую дисциплинарную ответственность, вплоть до освобождения, вплоть до увольнения занимаемых должностей. Планы по обеспечению безопасности озвучили и в Казахстан Теміржолы. Национальной компании намерены оснастить купе специальными кнопками. Нажимая на них, пассажир сможет подавать сигнал об опасности. Также в вагонах появятся видеокамеры. У нас, допустим, сейчас открываются вот с начала этого года кабинеты психологов. Очень необходимая вещь, я так считаю, до рейса и после рейса все проводники, если они чувствуют, что они утомились и не могут работать с людьми, а работа проводника – это в первую очередь клиентоориентированность, и от проводника уже складывается мнение от целой компании. Поэтому мы сейчас внедряем вот эти новшества новые, и люди получили свое наказание. И мы в будущем будем, конечно, принимать самые жесткие меры, если это, не дай бог, что-то будет еще всегда. С инициативой ужесточения наказания для насильников выступил и мажилисмен Нуржан Альтаев. Он предложил переквалифицировать подобные дела из статьи средней тяжести в категорию тяжких преступлений. Также исключить возможность условно-досрочного освобождения. А за растление малолетних лишать свободы пожизненно. Ужесточение наказания за изнасилование с отягчающими разными обстоятельствами, групповое, с угрозой убийства, с особой жестокостью, неоднократно и везде с исключением права на примирение. Ужесточение наказания за половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Это ужесточение наказания за развращение малолетних там, с максимальным сроком, вот очень много предложений, до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы. Это признание отягчающим обстоятельствам, неоднократную судимость и неоднократное привлечение к уголовной ответственности по идентичным преступлениям. Потому что... По данным правозащитников, ежедневно насилию в Казахстане подвергаются 5 женщин и 2 детей. Участники сегодняшнего обсуждения считают, для них необходимо создать специальные адаптационные центры. Также среди поправок, предложенных в законопроект, оказание бесплатной медицинской, психологической и юридической помощи. Теперь депутатам предстоит принять важное решение. Мольдер Абдуалиева, Азиз Сатиев. Главные новости. Атамикен Бизнес.
А вот алматинские журналисты обратились в полицию по факту воспрепятствования их профессиональной деятельности. Кроме того, наши коллеги попросили помощи и у главы государства. Мы просим, мы обращаемся к Токаеву, мы обращаемся к правоохранительным органам, чтобы эти все дела взяли на контроль и чтобы эти дела должны дойти до суда. Речь идет об инциденте, который произошел 22 июля в офисе Казахстанского бюро по правам человека, когда во время пресс-конференции, посвященной проблемам многодетных матерей, группа женщин напала на журналистов. Тогда пострадали наши коллеги, была выведена из строя дорогостоящая аппаратура. Пострадавшие написали заявление в полицию, однако у них есть сомнения в том, что виновные будут наказаны. В целом, по данным фонда Адельсёс, с марта этого года в Казахстане заметно участились случаи воспрепятствования журналистской деятельности. За это время пострадали более 40 журналистов и операторов, освещавших публичные мероприятия. Представители фонда выразили поддержку всем пострадавшим журналистам и обещали оказать поддержку. Мы подготовим обращение в «Репортеры без границ», подготовим в Комитет защиты журналистов, в АЙФИКС. В АЙФИКС мы уже написали, чтобы они оказали нам большую серьезную поддержку. Это 190 организаций журналистских, общественных по всему миру. У них очень хорошо отработаны эти акции. То есть мы это дело забывать и упускать не будем. Между тем, двое известных в стране журналистов указом президента страны назначены сенаторами. Это Нуртурия Жусуп и телеведущая Дана Нуржигит. Вместе с тем, депутатами Верхней Палаты стали ранее занимавший должность уполномоченного по правам человека Аскар Шакиров, член Центральной избирательной комиссии Лязат Сюлеймен, бывший ответственный секретарь Министерства энергетики Канатбек Сафинов, а также экс-зам генпрокурора страны Андрей Лукин. Указами главы государства переназначены депутатами Сената Дариға Назарбаева и Мухтар Кулмухамед. Кроме того, сегодня прекращены полномочия 6 депутатов Сената. Премьер-министр Аскар Мамин встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым на полях первого Каспийского экономического форума, который проходит в туркменской туристической зоне Аваза. Лидер соседнего государства заявил, что придает большое значение развитию казахстанско-туркменских отношений. Со своей стороны Мамин подчеркнул, что инициативы Туркменистана, нацеленные на упрочение мира, стабильности и благополучия в регионе, находят полную поддержку в Казахстане. Стороны затронули и тему развития транзитного потенциала государств-соседей. Одним из актуальных векторов сотрудничества названа область экологии, где Туркменистан и Казахстан взаимодействуют в рамках Международного фонда спасения Арала. Тем временем в кыргызском городе Чолпон-Ата по итогам заседания Евразийского межправительственного совета главы правительств стран ЕАЭС подписали сразу 12 документов. В частности, о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами членов Союза, о трансграничном перемещении опасных отходов, о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, о балансах спроса и предложения по сельхозпродукции и ряда других документов. Страны ЕАЭС не могут договориться о распределении сумм ввозных таможенных пошлин. Этот вопрос также обсуждали на заседании Евразийского межправительственного совета. Однако компромисс так и не нашли. Сейчас пропорция выглядит так. Армения чуть больше процента, Белоруссия 4,5%, Казахстан 7%, Кыргызстан около 2% и самая большая доля у России свыше 85%. Этот норматив будет действовать до конца года. Представители стран пытались сделать его бессрочным, но Белоруссия выступила против. Минск считает, что недополучает около 1% при разделе ввозных таможенных пошлин ЕАЭС. На апрельском заседании в Ереване главы правительств договориться не смогли и заявили о необходимости 2-3-недельных консультаций. Остается открытым вопрос, у кого забирать этот процент, если такое решение будет принято. Ну, первоначально утверждались, когда было три страны, принималось внимание объем импорта в этих странах. И исходя из потом общей суммы импортируемых товаров, в каждой стране была определенная доля
поступления именно от пошлин. Общее количество пошлин потом делилось на три страны. Эксперты связывают мотивацию Беларуси с увеличением импорта в страну и конкуренцией таможенных служб внутри Союза. Так, растаможить товар в Беларуси обходится дешевле, чем в остальных странах Союза, отмечают эксперты. Также из-за вступления в ВТО трех стран ЕАЭС из пяти есть необходимость по снижению размера таможенных пошлин на ввозимые товары. Взяв во внимание эти вопросы, официальный Минск больше остальных заинтересован в увеличении размеров таможенных пошлин. Как оговорить все эти вопросы с Белоруссией, это, очевидно, будет уже в результате каких-то дебатов. Но доводы у них серьезные, и цифры там достаточно серьезные, которые бюджет теряет Беларусь именно за счет недополучения той части пошлин, которая получается по ставкам ВТО. 50% молока, поставляемого на заводы от фермеров, не соответствуют требованиям качества. Такими данными поделились эксперты Молочного союза Казахстана. Если пока предприятия идут им навстречу, то уже с января следующего года вступают в силу регламенты Таможенного союза, согласно которым перерабатывающие заводы будут принимать сырье, отвечающее международным стандартам. Напомним, у товаропроизводителей была трехлетняя отсрочка для обеспечения нужных кормовых баз для скота, улучшение условий его содержания, исключение антибиотиков. Сейчас в Казахстане разработана дорожная карта с целью приведения сырьевой продукции к требованиям тех регламентов. Сделали мы потребительские исследования, которые показали, что 34% населения в целом по Казахстану доверяет молоку домашнему, не заводскому. Но процент доверия в южных регионах составляет где-то 44%. Это значит, что столько людей берут молоко необработанное, с личных подсобных хозяйств, не в корпоративных каналах. Это вдоль дороги, где дачная продукция продается. Там непонятно, в каких условиях хранилось молоко, как оно производилось, как довезлось. В Актобе работники завода вот уже полтора года не могут получить зарплату. Компания в свое время добывала строительный камень в Шалкарском районе. На предприятии работали около 300 человек. В прошлом году завод объявили банкротом. С тех пор ТО задолжало своим работникам около 50 миллионов тенге. На сегодняшний день деньги получили только 64 работника. Остальным еще предстоит доказать свои притязания на деньги инспекции труда. Доведенные до отчаяния люди обратились к министру труда и соцзащиты населения Бердыбеку Сапарбаеву, а также акиму Актюбинской области. Мы устали ждать, когда нам выплатят заработную плату. И создали трудовой коллектив и обратились в суд для применения процедуры реабилитации. Для чего? Для того, чтобы освободить все то имущество, которое было наложено в арестах, скажем так, назначить реабилитационного управляющего, который начнет зарабатывать деньги и расплатится с заработной платой. Более 500 тысяч должников смогут погасить долги по кредитам на общую сумму в 100 миллиардов тенге. Им спишут задолженность по потребительским кредитам до 300 тысяч тенге. Ожидается, что долговая нагрузка казахстанцев таким образом снизится до 40%, а более чем 260 тысячам граждан погасят задолженность полностью. Списание долгов казахстанцев планируют завершить до сентября текущего года. В Нацбанке заявили, что казахстанцам для этого никуда обращаться не надо. Вся процедура пройдет автоматически. Вместе с тем, на сегодняшний день казахстанские банки и МФО списали штрафы и пеню по потребительским займам более миллиону казахстанцев на общую сумму в 33,6 миллиардов тенге, сообщили в пресс-службе Национального банка. К слову, кредитная амнистия носит разовый характер. В Нацбанке уточнили, что процедура списания осуществляется за счет средств банков и микрофинансовых организаций. $260 миллионов тенге выделено на покупку школьной формы для детей из малообеспеченных и многодетных семей Алматы. Об этом сообщила руководитель управления образования города Гульнар Ходжабергенова. По ее словам, основная часть денег выделена из городского бюджета, и 15 миллионов тенге – это помощь от бизнесменов. Всего в школы Алматы зачислены порядка 16 тысяч учащихся из малообеспеченных и многодетных семей. Отметим, благотворительная акция «Дорога в школу» проходит по всей республике и продлится до конца сентября.
Тем временем до начала учебного года остается меньше 20 дней. Как готовятся школьники и их родители к 1 сентября? И во сколько обойдется дорога в школу? В следующем материале. Жительница Нур-Султана Гульбану Усенова сейчас на пенсии. На базар пришла специально, чтобы собрать к школе своего внука-семиклассника. Больше всего она недовольна низким качеством школьной формы. Сколько стоит мальчик? Это такая вот на взрослого парня, мальчика. Ну, она искусственная, не возьмешь ребенку такую, китайская, потому что все. Для того, чтобы собрать ребенка в школу, примерно это, ну, 70-80 тысяч, смотря у кого какие эти. Вот, ну, вот это вот я не возьму в жизни ему, например. Ему нельзя. Вот. Да никакому ребенку это нельзя. Гульмира из тех родителей, кто переплатит, но будет уверена за качество. По ее словам, дорогую и качественную вещь носишь долго и не ломаешь голову над тем, что одевать ребенку ближайшие 2 года. А дешевую одежду через год уже не оденешь, признается она. Костюм примерно турецкий. Турецкий костюм стоит 30-40 тысяч. Эту форму можно носить 2-3 года. Конечно, можно купить и за 15-10 тысяч, но ребенок эту вещь даже год не проносит. Действительно, в школе ребенок проводит 7-8 часов, 5 дней в неделю. Поэтому форма должна быть из дышащей ткани, комфортной и качественной. Об этом каждому клиенту твердит основатель фабрики по производству школьной формы Бейбет Миргенбаева. Это первое — качество материала. Второе — это гипоаллергенность, износостойкость, удобность. Вот, например, мы уже 4-й год выпускаем трикотажные пиджаки. Она, как бы, конечно, дети любят одевать двойки, обычный костюмный вариант. Но почему мы выпускаем эти трикотажные пиджаки? Она сделана из хлопка. Хлопок плюс лайкра и полиэстер. Там 55% хлопка, остальное это смесовые ткани, да, и лайкра. Она удобная, практичная и носится очень хорошо. Рубашка, жилетка, костюм, брюки, юбка, туфли. Этот список можно продолжать бесконечно. И тут каждый решает, что ему по карману. А вот руководство учебного заведения не может решать за родителей, где им покупать школьную форму. Единственное требование, что школа должна быть темно-синего цвета. Где она будет закуплена, на базаре, в магазине, пошита в ателье, абсолютно неважно. Отдельно изготавливается логотип школы, который пришивается к ней. Это тоже на усмотрение родителей. Ну, единственное, просто есть по составу самой формы требования, что минимально для мальчиков это может быть жилетка, брюки и белая рубашка, либо в холодное время года водолазка. Для девочек это может быть сарафан и блузка, либо жилет, блузка, юбка, жилет, блузка, брюки. Министерство образования еще не подсчитало, сколько детей в этом году пойдут в школу, поскольку прием документов все еще продолжается. Напомним, что первый звонок в этом году прозвенит в воскресенье. Фариза Булатбек, Карлыгаш Хаваспаева, Виктор Джигирис, Атамикен Бизнес. Свыше 400 бронежилетов закупит Минэкологии для государственных инспекторов. Соответствующий тендер уже объявил Охотзоопром. Стоимость каждого составляет порядка 115 тысяч тенге. Госзакуп пройдет методом аукциона. И, как рассказали нашему телеканалу в профильном ведомстве, они надеются, что цена еще может снизиться. О том, насколько обезопасят и обезопасят ли вообще жизнь инспекторов 7-килограммовые бронежилеты, расскажет моя коллега Улпан Бегалина. Ильгам Клышбаев больше 10 лет работает в егерской службе. И о том, как могут вести себя браконьеры, знает не понаслышке. По словам мужчины, бронежилеты могут защитить лишь от гладкоствольного и режущего оружия, тогда как браконьеры вооружены нарезными ружьями, убойная сила которых в 10 раз больше. При этом Ильгам считает, что бронежилет придаст уверенности инспекторам, так же, как и наличие в кобуре настоящего оружия. Мы подъезжаем к охотникам, допустим, проверять их. Мы выходим с машины без оружия. Они с оружием охотятся, а мы выходим, приехали проверять, работу свою осуществляем, у нас нет оружия служебного. Ну, большинство внутренних сознаний безусловно дисциплинируют. Они уже 10 раз подумают, прежде чем что-то какой-то там дебош устраивать с нами, там какие-то прения вступать там или оказывать сопротивление. Он 10 раз подумает, когда видит, что у тебя на боку висит пистолет. А вот Министерство экологии заявляет, что поправки в закон об ужесточении наказания для браконьеров уже направили в парламент. О том, разрешат ли инспекторам носить нарезное оружие, станет известно только осенью. А именно, когда депутаты выйдут с каникул.
Сенат уже рассмотрит наши изменения. Мы включали, добавляли изменения в закон, уголовный кодекс, именно уже достичь наказаний, и в том числе использовать оружие, чтобы инспектора были наравне с правоохранительными органами. Все эти технические моменты будут рассмотрены осенью этого года. Кроме бронежилетов, в профильном ведомстве также направили заявку на закуп беспилотников и дронов. Ожидается, что данное оснащение улучшит работу егерей и инспекторов. Однако, насколько это обезопасит их жизни от недобросовестных охотников, непонятно. Напомню, с начала года от рук браконьеров погибли двое инспекторов охотзоопрома – Ерлан Нургалеев и Ганыш Нуртазинов. Оба они посмертно представлены государственным наградам. Улпан Бегальная, Алия Ахмедиева, Тимирлан Нуртаза, телеканал «Атамикен». Бизнес. Обстоятельства гибели человека во время пожара на горе Коктебе расследуют полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции мегаполиса. Тело погибшего обнаружено при тушении пожара. В настоящее время причина смерти и личность уточняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Как уже сообщалось, накануне днем на горе Коктебе в километре от телебашни возникло возгорание сухостоя. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на расположенное поблизости кладбище. По словам очевидцев, пострадали в основном брошенные могилы. Уже после ликвидации пожар повторился еще дважды на разных склонах. Общая площадь составила около 10 гектаров. Был объявлен повышенный третий номер вызова. Вот, гарнизон работал в полном составе. Подняли весь личный состав в свободное отнесение службы. Вовлекли все коммунальные службы. Вот, кроме сотрудников пожаротушения, более 115 человек и 15 единиц пожарной техники, работали водовозы, работали службы взаимодействия. Количество погибших в Китае из-за тайфуна Ли Кима увеличилось до 44 человек. Еще 16 числятся пропавшими без вести. Отметим, что сила ветра достигла максимальной отметки в 187 км в час. Также тайфун привел к проливным дождям. В результате затоплено порядка 120 деревень. Напомню, природная стихия обрушилась на восточную часть Поднебесной в минувшие выходные. Согласно последним данным, свыше 1,5 миллиона жителей эвакуированы. Также в ряде регионов Китая пострадало свыше 175 тысяч гектаров пахотных земель, разрушено более 600 домов. Спасательные группы устраняют последствия природной стихии. Тем временем порядка 50 человек погибли из-за оползня на юге Индии. Спасатели совместно с воздушными и военно-морскими силами эвакуировали несколько тысяч человек. Хуже всего ситуация обстоит в штатах Карела и Марахаштра. Напомним, в прошлом году в Керале было одно из наихудших наводнений за последнее столетие. Тогда жертвами стали свыше 200 человек. Вода прибывает со всех направлений. Почти все дома здесь затоплены. Еще не все жители эвакуированы. Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался от финансовой помощи со стороны Германии. Речь идет о сумме в 35 миллионов евро. Глава государства заявил, цитирую, «Власти ФРГ могут использовать эти деньги, так как считают нужным, Бразилии они не нужны». Конец цитаты. Средства планировалось выделить на защиту лесов и биоразнообразия. Ранее сотрудники Национального института космических исследований страны опубликовали спутниковые снимки. Согласно этим данным, площадь врубая лесов Амазонии за год выросла на 278%. Сам Жаир Болсонару поставил под сомнение достоверность этих фотографий. Рост ВВП США в четвертом квартале ослабнет на 20 базисных пунктов и составит менее 2%. Такой прогноз озвучили аналитики Goldman Sachs. По их данным, основная причина – торговая война между США и Китаем. Кроме того, неопределенность на фондовых рынках может привести к сокращению инвестиций, рабочих мест и объема промышленности, резюмируют эксперты. Напомню, конфликт между двумя державами длится больше года. Между тем, эксперты опасаются повышения курса американской валюты. По их прогнозам, это может привести к ухудшению глобальной экономики. К слову, такого же мнения придерживается и президент Дональд Трамп. С чем связаны их опасения в обзоре аналитиков Bloomberg?
За последние 8 лет курс доллара США поднялся на 32%. Такой рост можно назвать историческим. Долгосрочное повышение стало максимальным с конца 1960-х годов. Однако, если для одних инвесторов эта новость вызывает повод для радости, то для многих других – головную боль. А все потому, что подобный валютный всплеск, как правило, подрывает прибыль транснациональных корпораций США, поскольку они, в свою очередь, и способствуют развитию крупнейшей экономики мира. Напомним, президент США Дональд Трамп нередко жаловался на рост доллара. По его словам, под ударом также могут оказаться такие корпорации, как Caterpillar и Boeing. Кроме того, повышение американской валюты увеличивает затраты для иностранных компаний, которые имеют крупные долги. Все это особенно проблематично на фоне растущих признаков того, что мировая экономика близится к рецессии. А рост курса доллара может лишь этому способствовать, предполагает аналитики Morgan Stanley. По их прогнозу, показатель в течение следующих 5 лет может снизиться на 25%. В связи с этим стратегия Morgan Stanley рекомендует приобретать японскую иену и швейцарский франк. Экономисты Bank of America не считают, что рост курса доллара приведет к рецессии, поскольку, по их данным, экономика США, к примеру, не полностью зависит от экспорта товаров.